Дженни, что ты делаешь? Дженнифер, сторонку. Ты помогаешь? Стараешься помогать. Это наши водоносы. Ходят и носят воду. Должна нам махнуть. Well, this camera's fast. Упс! Дженни, упал твой кусочек. Should I show you what the bathroom is? No. Вот сегодня мы решили уже закончить сажать деревья. Вот Лёша копает, и детки все мы тут помогаем ему. Вау, Чья, Мы за я. Всё, хватит, пока не надо будет, потом всё. Примерно вот столько идёт чернозём, потом начинается песок и глина. И везде здесь. Что такое глина? А? Что такое глина? Глина? Ну, глина это такой пород почвы. На ней плохо все растет. Mm. Почему надо потом подсыпать благородной почвой хорошей? Mm. Вот, а я то, что тут осталось на земле, увожу все это в лес. Вот положила я землю, снятую Лешей, перевернула ее и положила здесь под деревья. И смотрите, что я тут нашла. Стала копать, и здесь такой чернозем. Так что я думаю, что я здесь раскопаю хорошо чернозем, сверху насыплю, а потом уже посажу цветочки вот под этими деревьями. Это мой планчик. Вдоль нашей дорожки, вот здесь, вдоль деревьев, то есть около деревьев, посадить цветочки. Так что все пригодится здесь. Земля не пропала даром. У нас тут бегают зайцы, мы видели их, большие и маленькие. И кто знает, может быть, еще там какие-то животные. Поэтому мы решили замотать пока пленкой, а потом уже поставим специальные такие пластиковые трубы, чтобы животные не грызли. Вот Аленочка мусор собирает по всему участку. Давай, Дженнелл едет на место на своем велосипеде. Давай, скорей. Зачем это? Мужчины должны быть, да, маленькая? Да, мужчины помогать могут. Мужчин никак, да? Нет, никак. Надо уважать мужчин, да? Мы уважаем мужчин. Как мы без кормить, вас? Да? О, да, Ченис. Да. Решили мы в конце каждую вот эту лунку засыпать землей. Та, которая осталась от того, что девочки там косили траву. Вот каждый берет такую большую охапку, да, и насыпает под каждое дерево. Еще можно по блогу, только всю штуку это убрать. На голову только не сыпьте, Ангелина. Вика. Вот девочки тут и работают, и балуются. В общем, всем весело. И все стараются помочь. У нас еще... Это мы сажали в мае, погода была прохладная, и чтобы почва хорошо прогрелась, и чтобы держала влагу, потому что мы иногда не можем приезжать сюда каждый день, поэтому мы насыпали эту траву. Хорошо, во-первых, спасибо, Дед Мороз, что вы смотрите, как высоко. О, молодцы, все чистенько, все сделали красиво. Вот из-за такого ветра мы извиняемся, тут плохо слышно. Лёша благодарит деток, что они все помогали, и говорит, что сейчас будет игра. Вот отсюда, окей? Okay? Кто первый? Вот от той, это самый. Да, вперед, побежали. Я с вами. Вот здесь финиш. Сейчас я им поставлю палочки, что это финиш. Это будет финиш. Ха-ха! Все выстроились там. Давай, говори нам на старт, внимание! На старт! Внимание! Приготовились! На старт! Внимание! Марш! Алена, Вова, Вика, Неля. Молодцы.
Мы извиняемся за качество записи. Ветер такой сильный дул. Спасибо, что были с нами и смотрели это видео. Оставляйте комментарии, подписывайтесь и приходите к нам еще. Пока!